Всем привет, а у меня варежки. Давно хотела для себя расписать варежки зимние. Вот такие у меня варежки. Сейчас я вам быстренько расскажу, как это делается. Итак, у меня вот такие краски. Таир. Краски для ткани и кожи. Вот. Я использовала кисточки. Синтетические, вот толстую и потоньше. Вот, толстой было удобно прямо прокрашивать. Итак, так как варежки у меня были вот такого темного цвета, то, соответственно, нужно делать белую подложку. Я брала белую краску. Вот, белую краску. И сначала наносила кисточкой широкой тоненький слой. По всей варежке у меня было изготовлены вот такие шаблончики. Вот. Вот так вот. И вот так вот. И по этим шаблончикам я нарисовала. И закрашивала белым цветом. Значит, вот так вот. И, значит, потом уже китов. При этом у меня границы были нарисованы уже. Я их не убирала ничем, так и оставила. Вот. Таким образом у меня ушло 4 белых слоя. Только после того, как все у меня просыхало, а... Каждый слой наносился только после полной просушки. Как понять, просушился или нет, просто трогаете, как бумага по ощущению. Значит, все нормально, просушилось. Вот, 4 слоя белого цвета, и дальше я уже поехала раскрашивать. Я, конечно, не великий художник, какие-то вот такие оттенки я подбирала. В общем, все это в одном стиле получилось. Я еще думаю, может быть, что-то еще доделать или оставить все как есть. Есть еще мысль пройти просто белым цветом рядом, выделить, или уже просто оставить так, как есть. В принципе, лично меня уже это устраивает. Вот. В общем, все раскрасила, создала такой небольшой эффект перехода какого-то, пыталась сделать. Вот. Вот это была первая варежка, вот это вторая. Вторая мне, кстати, уже больше понравилась по переходам. Вот. Ну, в общем, море так-то сложно рисовать. Ну, меня лично все устраивает. Вот, варежки просушились, теперь я их буду... Вот я сгибаю, видите? Ничего не трескается. Потому что первый, очень важно, чтобы первый слой был нанесен тонким слоем. Это очень важно, чтобы первый слой хорошо впитался, не надо его жирно намазывать. Вот. А что еще по этим варежкам сказать? Что еще, значит... Если варежки у вас будут светлые, то значит уже можно без подложки делать. А так, я не мастер в этом деле, но я закрыла для себя гештальт и нарисовала вот такие варежки.